Всем привет. Начну с этого происшествия печального. Вячеславович ехал на своей машине, и вот здесь вот разлил много-много сладкой воды. Тут, видите, еще банки стоят, это сюда все выкинут на улицу, все сушил. Там банка расколотая. Ну так бывает иногда. И он, видите, сушит. Комрик. Да. Сушит коврик. Ну я, видите, приготовил себе стульчик, я буду кино смотреть про войну и немцев. Вячеслав учитель, он залез. Суяву, которую он показывает в этом году, у дедушки купили. Я уже забыл, как он, 91-го года? Нет, на 89-го. На 89-го я. Ну, в общем, я не помню уже. Мы тут оживляли, показывали яву вообще, ну, то есть, конь-огонь. А, тут с таким тут пробегом. И вот он, кстати говоря, видите, тут глаз шоколадный моргает. Моргает. Ну, ладно, бог с ней. Ладно, что живая. Тут даже можно, мне кажется, вот так гудукнуть. Крякает. Мы тут в том годе. Вот мой стульчак. Я вам не буду сам показывать гараж, потому что, ну, тут негоже. Тут когда кинули заводить, а свечей под руками хороших нет. Вячеслав, видите, заказал тут вот эти свечи. Это, ну, спонтом МНЖК, я думаю, что это не настоящие. И он тут, видите, вправляет тут. Больше ничего нет. Да, вот тут сутуливает. Ну, понятно. Пока только собирается, да. Правильно. Свечи, да, свечи. И вот этот мотоцикл, реально, вот я на нем, вот после дикого простоя, после там 30-летнего, я на нем первый поехал. Даже не хозяин мотоцикла, а я первый поехал. Мы там залезли сюда, там чуть повошкали там. Я тут залезал сюда, в карп, повошкали Детл. Ну и все, и он поехал, прокатился. Я на нем ездил в ГАИ, ставили на учет, вот там туда-сюда. Все нормально. И вот сейчас Вячеславович, видите, руки дошли у него делать дело. То есть это не какая-то самосборка, там вот много всяких дроволетов, которые собирают. И как-то вот мы тут с Вячеславовичем мы тут обсуждали тему. Как-то я тут видел мотоцикл Ява за 170 тысяч. Но она до того страшна, что, ну, мне даже слов нет. Я Сане показывал его. Помнишь, да, Саня, эту чехотку? 170 тысяч. Я когда увидел, что это такой. Вот. Ну, вы понимаете меня. А вот эта Ява, она вот прям, как вот есть завод, видите, она там, может быть, какая-то местами неряшливая, то есть она ни разу не намытая. Вот Саня думает, типа, ее там намыть, не намыть. То есть вот родная резина все тут. Насколько я понимаю. Колпачок. Тот самый фирменный колпак. Это никак зря, не хухры-мухры. И, короче говоря, вот такую яву, ну такая ява, это в принципе раритет. Я, в принципе, к явам ровно дышу. Я, скажем так, их, ну, не то чтобы там не люблю или там не уважаю, просто, ну, у меня вся жизнь прошла на ПСах. И такие явы были тоже. Я ездил на чужих, на новых. И свои были такие. Но это мотоцикл очень интеллигентный. И мне утырку такой мотоцикл, ну, это как перед поросятами бисер разбрасывать. Ну, вы поняли, о чем я. Вот эта грязь на нем, видите, вообще-то, ну, вот эта 80-летняя. Ну, это и хорошо, что тут никто не лазил, тут не трес жабрами. Ну-ка, покажи-ка мне свечечку. Так, слушай. Она свечечка там, вот эта вот, ага, еще тех лет, да. И она практически, она, видишь, ее, да, ее поставили новую, видимо, да хрен ее знает, я не различаю. Ну, 12 вот или какой-то там, ну, как бы написано, какой доход должен быть, на, ну, вот этот, металлический. Сейчас посмотрим. Да, 90-й год. Как хоть показать близко, пацаны. Угу. Мы просто на эти встречи в прошлом разе завели. О прошлом годе. Да. А намнямося. А намнямося, а надыся. И как сказала бы бабка Шура, о плане до тебе раскали.
окопарую лын, дают землю тулыскую. Ну, будешь сейчас взрывать, нет? Конечно. Сейчас бензин дольем. Ладно, сейчас мы тут нальем жижечки. Это вот это дело пойдет в дело. Может быть, когда-нибудь. Про запас? Да, может быть. Ну, там у нас есть еще советская техника, на которую одноцилиндровая. Ну, возможно, используем. Пригодится, короче. Да. Ну, как я говорил, такие у меня аппараты были. И новые были, ну там, неважно, долго рассказывать. Видите, тут вот потек вот такой. Это говорит о том, что иногда идет перезаряд и вытекает из бардака. Ты видишь, как бардак стоит криво? Он не одет. А, может, он просто не одет. Это я для кого-то снимал положение. Понял, понял. И, короче говоря, вытекает. Проводов. Электролит вот так вот пачкает, убивает краску. Тем самым хороши гелевые аккумуляторы. Ну, кому как. В то время, когда все это происходило, не было гелевых еще. У нас не было. Может быть, где-то были, у нас не было. Вот. Я сейчас посажу свою... Недружественный транспорт. Да. Посажу свой пердак на... Да, я сегодня сам занимался там делами всякими мутными. Завел сегодня, я не стал даже показывать, я думаю, что это неинтересно. Мопед, который тля, запихал в него китайский коленвал, скомпоновал. И сегодня приехал на работу, запихал этот двигатель и завел. Братуха, корешуха из города Болхов передал нам полуразобранный мопед, ну, без двигателя. И в придачу отдал цилиндр. Оказалось, что он живой. Хондовский от Дио. Я его привел в порядок, купил новый поршень. Привел в порядок, поставил, зарядил и работает мопед как пластмассовый. Ну, может быть, как-нибудь покажу тлю. Но она особо никому не интересна, поэтому. Вот. Сейчас будем ждать, пока Вячеславович зальет жижечки свежий, керосинца. Он тут, видите, тут он все бегает тут со швабрами тут туда-сюда. Все намывает багажник. Компот разлился. Целых 3 литра сладкой воды. Да хватит, ладно. Ну, бывает, а что, Сань? Неудачно ехал, где-то подпрыгнул что-то. Притормозил. Да и банка раскололась, ну что, бывает. Не, ну она дома-то ехала чудо. Ну вот, Сань, бывает. Что? Вот. Вот такие дела. Слушай, Ява-клуб. Не поверите, МС-20, ну, то есть вот это аутентичное масло, то, что вот для вот этой вот, я думаю, что оно пойдет. Сань, замешивай. Это Олег Эдуардович мне подогнал из Переславля-Залесского в подарок. Ну, намешивай, что ты, для я вообще самое огонь. Для коробки? Нет. Для какой коробки? Ты что, сумасшедший, что ли? Густовато, да? Конечно. Какие-то там мопедисты гоняют. Ну да. Правильно. Будет шикарный замес. МС-20. Мужики, те, кто это МС-20 видел вживую, уже его ни с чем не спутает, вот это масло. Грамм достаточно, да? Ну да, Вячеславович. Прицеливается, то есть сюда у меня, видите, специальный канистр, 5 литров, да, сюда. Тем более мотор обкатанный, МС-20 для этих масел, для этих мотоциклов, самое то. Ну, понятно, сейчас пошла уже другая тема, другие мотоциклы, другие движения. Ну, по-прежнему МС-20, МС, можно лить, ну, все вот эти чехотки. Если сейчас, да, размешать его надо, как следует. Ну, слушай, это не кастрюлька, нормально размешается, не парься. Я одно время вообще, ну, это было, что-то когда я покупал. Это тоже, если МС не было, покупал этот МГД-14. Ну, его тоже нет. Но да, сейчас. Наши тоже на нем ездили все. Хрен найдешь. Тоже хорошая масло. Покупаю эту канистру, прихожу на заправку. На заправку покупаю. Они все равно не будем наливать. Я говорю, зачем продаете? Да, никакие, вообще непонятные. Зимой. Ну, так я невнимательно отнесся к датчику. На Ауди, он там что-то барахлил. Задергался. Так, оттопыриваем
Тут Вячеславович промывали. Додолю, видите, тут вот, притулил. Как на Формуле 1 тут жижку заливает. Яичко. Как она жадно хавает. Слышите? Слышите, звуки такие. Баклаки. Жрать, жрать. А он все жадно пил и пил. Сволочь. Сволочь. Так, сейчас по ходу фильмоскопа кончается батарейка. Пойду сейчас в другой в машину. Надо подоткнуть. Что закончилось. Да, вот эта тема интересна. Слышь, продают канистры, а у них наливать не хотят бензин. Ну это вообще. В одно время наливали, потом когда запретили им, они что-то там это. Ну какого-то хрена. Хотя она для именно для этого, ну, для. Бендоли. Так, пошел менять этот аккумулятор массиво. Я думаю, масло сразу налить и туда наливать, да? Ну, скорее всего, да. Только мешать как следует. А? Только мешать как следует, что МС тяжело мешается. Я знаю. Вот теперь ты замешал как бы. Ну, посмотри внутрь. Да нет ничего. Вроде тепло, да? Ну да, не зима. Не может ничего не будет от времени. Оно да не будет ни хрена ему, что там. Не разложилось? Нет. Для тех, кто не в курсе, ребят, масло МС-20 это, по сути дела, авиационное масло. Так как это написано. Авиационное. Очень дельная штука. Так, пошел за аккумулятором. Видите, притуляется, прицеляется. Все, поменяли аккумулятор, снимаем дальше. Налил себе водички попить. Вот, и вот сейчас буду снимать дальше. Подготовку к вылету. Завтра какой-то будет вылет. Еще раз, Сань, на камеру. А. Завтра выезд. Чему посвященный? Ну, соответственно, 9 мая, конечно. Ну, завтра только 7. Ну, слушай. 9 это 9. А это ретро-выступ. Она же не может проходить, когда будет само мероприятие. Ну, в принципе, да. Но я как-то что-то подтраиваю. Приурочно это организует ветеран спорта. Попросили поучаствовать. Интересно. В ретро-выступке. Все понятно. Ребят, я, кстати, не смогу участвовать. У нас на работе работать некому, не с кем подмениться. Я даже Вячеславу, чтобы он не обижался, прислал в график, что я не смогу. Чтобы он на меня не жлобил, а то скажет, не хочешь ехать, морду воротишь. А он мне в натуре, этот Вячеславович меня замордовал своей старухой Явой уже. Я уже от нее уже вешусь. Уже не хочу наездить. Передача не в ту сторону. Поэтому я купил еще 238. Да. Чтобы было ему комфортно ездить. Да. Да, водичка хорошая. Не как в кулерах. С годами начинаю всю эту шляпу ценить и понимать. Это вот сейчас Илюха Янукович пишет, типа, что мне, говорит, ПС, не хочет заводиться, пшикает, чихает. Говорю это, но он долго стоял, ему нужно жижки побольше наливать, тогда не будет во время заводки чихать, потому что чихает, стреляет, а что бедный. Ну, еще могла, конечно, умереть катушка, могла свечка, но, скорее всего, если прицела, то бедная смесь. То есть постоянно вопросы вот эти вот возникают у людей. Кстати говоря, продался. Вы как-то помните, я ездил на Минске. Зеленый Минск, СКБ-60. Брата Улугбека Юрика, зеленый. Вот его купили, он уехал в набережные Челны. И там его в теплице заводили, он же все уехал. И типа не заводится. И Улугбек меня спрашивает, типа, а что делать? Ну, человек спрашивает, звонит из Татарстана. Ты как? Бы сказал, половить мотор. Ну, не, я ж не такой. Так, еще бензин добавочный. Добавочный, 3,62. Короче... 4,10. Не, ну там, нет, 3,62, по-моему, был добавочный, не? Не знаю. Короче, говорю, это, обогатитель поднять до конца, чуть подсосать. И газ не трогай, заводить. Все, завелся. И татарин докупил, доволен, все, нормально, спасибо. Кстати, смотрит наш тоже придонков канал. Вот. И опять слово паразит. Вот.
То есть даже завести мотоцикл, и то это целая запута. Некоторые ну, никак не могут, там и ручку крутят, там и все на свете, там что только не делают. Я помню мир, да? Да. Эх, водичка хороша. Хорошо. Сам процесс вот этого, когда вот пахнет бензинчиком, когда сидишь вот так вот на стульчике. Я тут свой пердак посадил на стул, и так хорошо. Человек бегает, суетится, а я смотрю, мне приятно. Зверское выражение лица, когда мешает бензин, как будто ужа душит. Ну это не в эту яму. Я понял, в другую. Тут поедет, вы помните, я тут чинил ИШПС, помогал там Вовану, тоже поедет с Вячеславовичем. То есть, если бы я не работал, я поехал бы на этой Яве, бомчал бы на ней. Но я работаю, и поэтому. И получается, что не с кем подмениться. Платят мало, работать никто не хочет за такие деньги. И получается, что с работой не алло. Ну, не уехать. Даже не с кем подмениться. Ну, бывает. Так, открывается кран, поднялся. Слышите, вот я все время говорил, шипение вот это вот. Слышите, вот шипит. Вот, послушайте. Я про нее постоянно говорю, это говорит о том, что. Вот, видите, завелся. Как приятно, да? И вот это вот шипение, это происходит в самом карбюраторе тогда, когда все правильно, в поршневой все организовано. А вот пошел на меня запах явовский. Я хоть и не любитель, прям не кайфую дико от явы, но приятно работает. Звук пошел и запах. Явовский запах, кто знает, его ни с чем не спутаешь. Вы видели запуск, причем совершенно холодный мотоцикл, вообще просто вот вообще холодный. Он простоял с того момента, как мы в прошлом году ее гоняли, эту Яву, на постановку на учет. Ох, и прям на меня дымок явочный. А его вот этот выхлоп сладкий такой, его вообще спутать ни с чем нельзя. Кстати говоря, Вячеславович сказал, что типа в мотор лить масло МС. Ребят, ну может быть какой-то может быть имеет смысл по жаре, но если не хотите, чтобы вело сцепление, то в принципе смысла нет лить. Хотя некоторые ездят на МС. Он женщина-обогатитель, да? Все, обогатитель опущен. Ну и у многих Яв у них по-разному из глушителя идет дым. Допустим, вот видите, с правого сильнее, из левого поменьше. Ну это такая особенность Явы. Это не критично, не смертельно. Мне что нравилось на Явах, когда садишься, если все нормально настроено, полавтомат. Можно ехать, я постоянно ездил по парку, жрал какое-нибудь мороженое, правой рукой рулил, потому что с левой стороны есть полавтомат. Можно трогаться, можно там. Короче, изумительно. Вот Ява с пробегом 6000 копейками километров. Я видел новую Еву с завода, гремящие, реально с завода, прямо с коробки. Я как-то раз другой принимал участие в этих Явах. Вы видите, Вячеславович там подкручивает побогаче, чтобы она работала более
глубоко. То есть чувствуется, когда бедновато, и подкручивают побогаче. Это моя правая верхняя рука. Конечно, приятно, приятно. Потерялся шпунтик. Посохла резинка в глушителе. Начало подливать масло. Но это обычное дело. Мотоциклу много лет. Все, видите, хомутики родные, аутентичные. Те самые. Наклейка для многих. Это фетиш. Фетиш. Сейчас будем подкачивать колеса. Ровненько, да? Да. Я как играющий тренер сижу, значит, копыта вытянул тут. Саня сбегает, суетится. Как будто у меня работает на полставки, черт возьми. Так, перемещаем нашу креслу. И сейчас, видите, тут. Сейчас уберем, протрем. Подкачка. Сколько ты обычно качаешь перед зад? 1,8, 2. Ага. 2,2. 2,1, 2,2. Кстати, перед не спустил. Ну, это, видимо, уже камеры. Качество камеры уже просто много лет. Уже, видимо, какая-то там печаль происходит. И камера, ну, многим знакома. Колесо вроде как, ну, нормальное, не дырявое, а что-то где-то за зиму спускает. Уходит куда-то воздух. А почему? Я, допустим, не вникал никогда. Почему? Ну, не знаю. И как бы обычное дело. Вот видите, сейчас в начале сезона надо обязательно посмотреть. Это беда. Ну, я вам горбатого лепить не буду, пацаны, сами сейчас знаете, что. Вот так вот происходит бодрение весеннее. Сань, шпунтик будешь на глушитель ставить, нет? Обязательно. Так, накачаем. Речь вот идет вот про этот вот шпунтик, видите, нет, потерян. И причем потерял его еще старый хозяин шпунтик. И как вы думаете, видите, отлом винта, и Саня выкрутил его, как вы думаете, чем? Ножнями выкрутил. И вот эта штука теперь валяется вот на... И теперь шпунтик, а думаю, что-то раз, и он не лезет ни хрена. Вот как такое могло случиться, да? Ну, чёрт, удар куда-то. Ну, может быть, чёрт, да, может быть, не знаю. Как такое вообще? Ну, это вообще дичь. А может быть, дядя сильно крутил? Ну, да, может быть, просто оторвал, когда перекручивал и всё. Вот и думай, да? На ровном месте, как такое могло произойти? Ну, а с другой стороны, чего не бывает в жизни? Друг Горацио, много бывает чего такого, типа, что не снилось нашим мудрецам. Я, ну, не дословно, это из Гамлета, по-моему, что-то такое.
что, прокатиться думаешь, да? Ну да. Ладно, сейчас я выйду. Я по второй достану. Угу. Тетя. Ну, я вас не могу не порадовать тем, что я на ней не прокачусь. Не буду рукой заводить, не надо. Мне тут, видите сами, да? Сейчас мы заведем. Прокачиваться будем с полуавтомата. Все, как мы любим. Ты же одной рукой ехать снимать, не фонтан. Ну, делать нечего. Взяли, снимать, снимайте, ребята. Далеко не поедем. Но ехать на ней очень-очень приятно, конечно. Ребят, извините, что а тут вот трясучка, ключи звякают. Едем по колчам, сейчас будем на асфальте, половчее будет. Тут аккумулятор подмогивает, может быть, щетки. Мозги сушат. Третья передача. А, далеко не поедем. Какой смысл? Вторым передачем едем. Ну вот, а вторая Ява. Сейчас тоже та же самая процедура, но все показывать не будем. Сейчас только вот колесики подкачаем. Вот видите, стоят две красавицы. Все то же самое. Что это? Что это? И то же самое. Год разный. Не, ну в смысле... Типичные отличия есть. Ну типичные отличия есть, но для кого-то, таких как я, ослов, это просто панельная Ява. Вот и все. 38-я, 39-я. То есть ничего тут нового нет, ну, в смысле, что-то есть, но вот так вот они смотрятся, когда в кадре две сразу. Ну, там мой стул тренерский, а вот эта красота. Так, близится старт вот этот Ява, Саня-то все, он расковырял палец, знаете чем, видите, весь кровище, Вячеслав еще что-то пошел в разнос и, короче говоря, раздербанил вот об эту штуку. Вот на IPA, видите, вот об эту штуку, вот прям об нее. Как дал мимо кассы. Ну и, короче, все. Кровище тут ручьем. Тут. Внимательно. Да. Ну что, взрывай, прижигай. Ой, как страшно, ой. Это стоит. Сейчас будет запуск. Запуск я даже прям покажу. Прям вот прям, видите, он тут поднял обогатитель. Сейчас будет. Вошк. Слышите, опять. Зловещее шипение. Эта Ява стояла с того лета, как и это. Вот так она работает на обогатителе. Опять пошел запах приятного выхлопа явовский.
я знаю такую историю, видел, сейчас она как-то работает, ну, еще толком не нагрелась. И вот, допустим, под один бензин, ну, вот настройки, да, допустим, прошлогодние хорошо, да, были, а вот сейчас под этот бензин, возможно, будет плохо. Иногда приходится подкручивать винты. Качество, количество оборотов. Видите, мало ему. Опять обогатитель приподнимается. Ну, то есть, вот обычная рутина. Все, кто на Явах ездил, все это знают, что и как. Вот пока не нагреется, не возьмет свой нагрев, так вот и будет. Видите, он приподнимает, закрывает обогатитель. Еще относительно холодная. Вот вообще едва-едва. Нет, 40 градусов. Поэтому так работает криво. А сейчас подогреется, будет работать нормально, хлопотать. Такая вот пакета, она, это нормально. Еще раз говорю, все те, кто на Явах ездил, знают, что и как. И не надо объяснять. А то сейчас, допустим, кто-то, кто ездит уже давно на иномарках, на серьезно скажет, ни хрена себе. Или те, кто ездит на инжекторе. Ребят, тут обычный карбюратор, и она, эта техника, еще из той эпохи. То есть, по сути, внешний вид свежий относительно. Вот так называемая панельная Ява, да? 138, 139, там разные там есть там модели этих Яв. Но суть одна, она карбюраторная, это древняя тема, это из 30-х годов вот эта вся потеха. Только она переходила просто в более свежем внешнем виде, в новые времена. И даже сейчас такие вот аппараты выпускаются, там я слышал, есть пятиступка, стоит там уже система Oil Master, то есть сама себе готовит смесь, то есть маслонасос. Ну, по сути, все то же самое, все те же самые моторы древние. Так, вот мы пришли за Яву, вот она стоит, порога. Надо ее вытащить отсюда. Да. Между делом, воскос, который я вам показывал, СМБ. Вот раму купили у Юрика Жапкина. Ну, тут всякие хламидии. Да, и тут сейчас пока разгребем, вот она стоит, старуха эта, на которой я ездить не люблю за первую передачу. Ну, не знаю, не любишь, очень хороший мотоцикл. Не, он хороший, но у меня первый этот вообще вымораживает просто до бешенства. А ты не езди на первую, езди на вторую. Да иди, у тебя начинается развод. Один, кстати, ехать на работе. Говорю, ну вот. Впереди-то самое главное, там что? Не знаю. Не обосраться. Ну так вот, видите, все, приволок эту Яву, сейчас надо ставить аккумулятор, впрягать, ну и заводить. Сначала качать колеса. Ну или колеса, да, накачать. Это вот третий мотоцикл, чтобы поедеть на выезд. Ну, вообще, я стараюсь не выражаться, когда снимаю видео, потому что приходится вырезать. Ну ты уже несколько раз у тебя проскакивал. Да. По поводу вот этой Явы, что хотел сказать, ребят, я на ней езжу, хорошая Ява, но просто, вот я уже говорил не раз, убивает коробка. Так-то вообще все хорошо и, ну, нормально. Я на ней уже несколько раз вот выступал, так это, если можно назвать. Мотоцикл приехал издалека, дедушка работал на паровозе где-то, и тут Саня купил эту Яву, значит, у этого дедушки. У дедушки фамилия была Малышка. Малышка, да? Малышка. А, Малышка. Ну, неважно, я там примерно. Он, короче говоря, эту Яву лизал, у него был очень... Как? Иркутская область, город Братск. Ага. Иркутская область, город Братск. То есть человек работал на ЖД дороге и через посылторг практически купил весь мотоцикл. То есть железо к нему дед прикупил, просто мешок.
видимо, были деньги, и он покупал. Ну, там, Вячеславович мне показывал, что там он понабрал, ну, много чего. Ну, это уже отдельная история. Я вообще все хорошо с ней, но я не люблю ездить за коробки на них. Вот, а так все огонь. У него стоит аутентичные все эти органы управления, все хорошо. Но я предпочитаю такие мотоциклы. Или хотя бы 634. Это я вот 300, как она? 360, да? Да. Я их путаю. Это 6-вольтовые. Ну да, ну кто знает. Ну и так, к сведению, 6 вольт. Кстати, вот стоят на ней повороты вот эти вот. Это все делалось для этой Явы, это не самопал. Это делалось в свое время какими-то там фирмами. Может, Прибалтика, не знаю кем. Кто делал, Сань? В СССР, Прибалтики делали. То есть вот к этим Явам оградили вот эти вот? Да, вот, вот реле здесь интересно. То есть, может быть, даже можно найти какой-то завод-изготовитель, кто там делал, я их точно не помню. Да ладно, бог с ним. Да, ну надо как бы ее открутить, приподнять, посмотреть, ну это как-нибудь при свете тогда. Что тут написано, да, не видно. 30 что-то ем, или что да. Такое. Ну и все, вот этот механизм переключения, он должен крепиться вот здесь внизу, за руль, скобкой вот этой вот. Скобкой, но видно, шланг подложен, но это дедушка похозил, я пока ничего здесь не делал. Ну как вот дед продал Яву, она приехала в контейнере. Не, за исключением резины, замененной резины было. То есть вот такой вот кандибобер. И прекрасно она не ездила, ну и уже сказал уже несколько раз, у меня просто вымораживает эта тема с коробкой, просто бесит. И тут еще лапка стоит, переключение, ну черт где, ну как вот я просто, ну куда это, ну вообще дичь. Ну это если у тебя короткие ноги. Ну задние, и длинные. Да почему тут короткие, она слишком высоко стоит. Ну высоко, низко, начинается. Ну, тут, сами знаете, на любителя. Тут еще тут такое извращение. Тут Вячеслав говорит, что здесь плюс на массу здесь. Вообще у этих мотоциклов, у этой Явы. Не знаю, с чем это связано, но это какая-то запута вообще дикая. Кстати, быстро темнеет. Да, ну мы и успеем. Ну да, надеюсь, успеем взорвать там, прижечь. Что и как там. Я когда маленький был, я дюжу вот на эти вещи смотрел, я просто писал кипятком. Здесь. Просто была Ява? Да, у моего батьки Ява была, и вот тут у меня фотографии есть там. И вот здесь вот эти глазки, когда горели, я, ну вообще, ну, вы понимаете, когда маленький ребенок, там тебе 4, 5, 6 лет, и как увидишь, просто все. Варом писал. Писал варом. Кстати, здесь вот включается, интересно. Здесь когда замок повернут, то есть. Не пока повернет. Не, так давно, да, без этого. Вот видите, моргает все. Хрена себе, ну, то есть. Видите, да? И это 6 вольт. Вот, видите? Это чморгает. Дикая дичь, лютая лють. Для многих такие мотоциклы, это уже типа, как, знаете, динозавр. Но... Мы это любим. Да, сейчас вот зальется. Бензин. Сделается подсос. А, свечи мы еще не заменили. Да, свечи. Ну ладно, заливай сразу, что там. Разберемся. Через сеточки будешь лить? Через сеточки? Это очень долго, наверное. Ну тогда вынимаем. Да. Ну, блин, надеюсь, что тут все чисто. Да, там баки, я сейчас ухо смотрю. Жадные звуки, бак, глотает бензин. Как прорва, аки проглот. Как будто у него страшная болезнь этого бака. Называется яма желудка. Я, походу, сам знаю, что у меня такая болезнь, яма желудка. Я так люблю пожрать. Люблю повеселиться. А что это пожрать? Двумя-тремя батонами в зубах поковырять. Видите, у Санька, походу, тоже такая болезнь. Да, мы тяжело больны, пацаны. Ну да. Первый, второй компот очень. Да, да, нет, не компот, компот. Компот. Так. Тут видите, тут резиночка, все как положено. Короче, на этих свечках будем заводить, потому что сейчас пока стемнеет, мы уже не успеем ничего сделать. Видите, вот с этих глазков я просто, в детстве я просто, я... Ищ. Все, да, выдукает. Снимай аккумулятор. Да, вот.
Сейчас Вячеславович подсасывает. И сейчас попытаемся взорвать. Обильно. Да, обильно. Не любвеобильно, а просто обильно. Застоялось. Это застоялось я его. Может быть, жижки маловато. На одном цилиндре. Саня, надо свечи менять, действительно. Ну, я тебе сказал, я же помню, тут был. Ладно. Ну ладно, видите, вот прям при вас все это вживую, это все не так и есть. Свечи еще не менены, и вот на одной свечке завелась. Ну, вы слышали звук ее. Так, пытаемся вас зажечь. Поставили свечи новые. Я вот заработал получше на двух цилиндрах. Ну, короче, завтра выезд, посвященный 9 мая. Это треки мотоцикла, который поедет, но я участвовать не буду, я буду на работе. Ребят, надо, наверное, на этом все. Хватит уже занимать ваше время. Все светит, все хорошо. Ребят, не так уже я тут уже больше часа это прям. Всем спасибо за то, что смотрели. Всем спасибо за донаты. За то, что закинули денег, бензин, на все остальное. Всем спасибо. Всем пока. С вами были придонки. Берегите себя.